Добрый день, дорогие друзья. Распаковка Bose Unlink Color 2. У нас на канале есть обзор устройства. Ну и распаковка – это теперь обязательная часть для любого, наверное, человека, потому что всем интересно, что же там находится в коробочке, как коробочки отличаются. Тем более у Color 2 есть очень важное конкурентное преимущество – это много вариантов цвета. Устройство выпускается в 4 цветах, и все они очень красивые. Это белый, красный, черный и синий. Хотя на самом деле на официальном сайте, естественно, называются иначе. То есть это угольный, например, и так далее. Давайте, наверное, эти коробки сейчас посмотрим и уберем. Обратите внимание, что в отличие от устройства каждого цвета имеет свою упаковку, все они отличаются. Это очень классно, потому что вы в магазине можете, не глядя, взять, вот, например, угольную, и у вас внутри будет Color 2 угольного цвета или белого цвета. Очень, кстати, вот этот красивый вариант. Видел его живьем. Учтите, что все цвета матовые, колонка бархатистая, отлично лежит в руках. Распаковка. Ставшая уже традиционная схема, предлагается сразу же установить программу Bose Connect, и мы тоже крайне рекомендуем вам это сделать, потому что Bose Connect для iOS и Android поможет вам обновить ПО, установить язык для быстрых подсказок, ну, использовать другие функции устройства. Внутри у нас акустическая система синего цвета, очень красивая, корпус бархатистый. Отлично лежит в руке, колонка защищена от брызг, то есть можно ее спокойно использовать на бортике в бассейне, взять с собой в ванну, но в воду не бросать, но брызг она не боится, это очень здорово. По поводу разъемов и прочего мы уже, в принципе, об этом рассказывали, но тем не менее, микро-USB для зарядки, аудиоразъем, на верхней части все кнопки управления, здесь есть микрофон, то есть можно использовать колонку как спикерфон, отвечать на вызовы, это очень хорошо. Обратите внимание, что при первом включении вы можете выбрать язык. Многофункциональная кнопка находится здесь. Здесь находятся кнопки регулировки громкости, кнопка выбора либо передачи звука по Bluetooth, либо разъем 3,5 мм, кнопка Bluetooth, кнопка включения и выключения. Ну, то есть все просто, разобраться можно элементарно. Обязательная инструкция по технике безопасности. Кабель микро-USB с штрих-кодом и с логотипом компании Bose. Больше в упаковке ничего нет. Обратите внимание, что в инструкции указано, есть возможность использовать блок питания. Он доступен среди аксессуаров для техники Bose. Вот, но в комплекте его нет, о чем в инструкции написано. Блок питания не входит в комплект поставки. Напоследок хочется упомянуть основные особенности Bose Unlink Color 2. Это работа в течение 8 часов, и это честные 8 часов. Опыт эксплуатации небольшой уже у нас произошел, то есть где-то там пару-тройку недель удалось использовать Color 2 в боевых условиях. На самом деле устройство себя очень хорошо показало, потому что среди конкурентов у Color 2 отличное качество звука, отличные микрофоны, можно спокойно разговаривать, можно подключать два устройства и попеременно переключаться между ними, удобные голосовые подсказки, ну и в целом очень приятный дизайн. То есть современная портативная акустическая система, простая, функциональная, с обновлением через приложение, то есть обновление загружается в Bose Connect и потом в колонку, что очень удобно. Ну и в целом Bose Color 2
отличное устройство этого лета и следующего лета. То есть для тех, особенно кто занимается спортом, ездит на велосипеде и в дождь, и в любые погодные условия, это настоящая находка.